Верю в то, что, приходя на наши концерты, люди, правда, кайфуют и становятся лучше. Какие-то больные темы, я считаю, много сообщений в директ, ты знаешь, что они у вас есть. Я хочу, чтобы вы их отпускали, чтобы музыка вас лечила. Я хочу, чтобы мы выходили на сцену для того, чтобы показать себя. Я такая вся красивая, просто прошлась и показала вам охренительное шоу. Я хочу просто, чтобы вы очень-очень громко, не стесняясь, попели любимую песню, чтобы вам было очень-очень-очень хорошо. У меня есть песня... Подводки не мое, но все же. У меня есть песня, называется «Мне так хорошо». Очень сильно хочу, чтобы каждый из вас сейчас сделал просто вдох, выдох, задумался во всем, что его беспокоит, и вместе со словами этой песни отпустил все свои проблемы. Поехали!
скорее. Знаете, типа, родную боимся видеть, хотя, ну, честно, здесь полтора не родну, а это боль. Или реально хочется послушать еще какие-то... Вы знаете, что когда я ехала в Киев, много артистов передавали мне привет. Одна из них была Ёлочка. Она прямо сегодня написала мне смс-очку о том, что передай, пожалуйста, привет моему любимому Киеву. И, в принципе, очень-очень много людей мне писали об этом. И одним из них был, конечно же, еще... Вы знаете, что у меня есть совместная песня с ним? И если вдруг вам интересно просто послушать два куплета рэпа и попеть со мной припев...